Это время гудит телеграфной струной. Это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной. Или в сердце было в моем. Натиском превосходящих сил противника и в целях выравнивания линии фронта наши войска оставили города. Предъявите документы. Пожалуйста. Справка дана Ивашовой Светлане Андреевне в том, что она с 3 августа сего года находилась в Новосибирской инфекционной больнице по поводу сыпного тифа и выписана. Ты что нам липу даешь? Документы? Других нет. Шагай, шагай. Ну что вы пристали на самом деле? Пристали. Смеется еще. Война, она смеется. Нахальство какое. Да я... И спички жжет. Ну я хотела... Хотела, хотела. Откуда ты взялась на нашу голову? Из Владивостока я. Из Владивостока. Я 20 июня выехала, в пятницу. А потом уже в дороге война началась под Читой. А потом мне чемодан украли. Потом я в больницу попала. Поправилась и дальше поехала. Где ехала, а где шла, всяко. На мост наводит. А мост там, да? Мостом интересуется. Преступник я по закону военного времени, дочка. Да ну вас. Ну как вам не стыдно? Да брось-то прикидываться. Чтоб хворые, без денег, без документов, с такой дали сюда доехала. Надо было доехать и доехала. А, надо было? Ну, топай, топай. Скажите, автобус еще ходит или уже не ходит? Слушай, ты от меня отвяжешься? И то сейчас полную ясность людям наведу. Кто-то есть. Вот она. Тифозный прикидывается. На жалость бьет. Девушка, снимите шапку. Сними шапку, теха. Отставить смех. Горе, горюшка. Да. Ну иди. Угроза воздушного нападения миновала. Отбой. Да. Угроза воздушного нападения. Спасибо. Миновала. Все прямо,
через мостик и опять прямо. Ключ от комнаты у Готлибов. Игорь, ладно, я тебя подожду. Вот это улица, вот этот дом. Ты что здесь делаешь? Я прибраться хотела. Вот пойди сюда. Здешняя? Здешняя. Фамилия как? Ивашова. Документы есть? Сейчас принесу. Постой. Вот это видишь? Оставляю под твою личную ответственность. Ну, что улыбаешься? Я просто так. Придет грузовик, предъявит записку от меня. Вот тогда к сейфу допустишь. А без записки не-не. Усвоила? Усвоила. Ну, а фамилия моя Лаврентьев. Усвоила. Угу. Ну, будь здорова, Ивашова. До свидания. Под землей найду. Не беспокойтесь. Thank you.
чье хозяйство? Кем занят дом? Никем. А ну-ка, пройдем. Пройдем, пройдем. Все, отступаем, отступаем. Вот и извольте-ка. Для армии, которая от самой границы отступает на восток назад, делать газету, которая называется «Вперед». Нелегкая задача, а? Товарищ полковой комиссар, дом пустой и вполне пригодный. Прикажете разгружаться? Да-да, распорядитесь. Слушаюсь. Выходим. Пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Жить? Ой. Учтите, что выходить курить в коридор я не намерена. Спасибо. Привыкли уже, слава богу. А я не вас имею в виду, Зиночка, вы-то ко всему привыкли. А это на что это вы намекаете? Может, мы чай попьем? О, виноват. Одну минуточку. Добрый вечер. Добрый вечер, капитан. Добрый вечер. Ну, как устроились? Спасибо. Устроились хорошо. Болит. Ощущается. Прошу. Спасибо. А скажите, пожалуйста, гражданка Готлиб, что это за фамилия такая, Готлиб? Еврейская или немецкая? Не знаю. Ну, как это не знаю? Вы сами-то кто? Я русская. И фамилия моя совсем другая. А почему я здесь нахожусь, можете спросить товарища Лаврентьева. А кто такой Лаврентьев? Не знаю. Ну, ничего. Ничего больше не нужно. Никаких желаний не имеется. Желания имеются, даже целых три, как в сказке. Хочу, чтобы кончилась война. Хочу вернуться домой. И хочу, чтобы вы покинули нашу комнату. А победить товарищ Петрова? У вас такого желания нет? А я верю, что наше дело право и что победа будет за нами. Вы разве не верите в это? Рекомендую вам не забывать, лейтенант Петрова, что вы служите в армии. Господи, какая тоска, хоть бы Славочка Суздалев скорее вернулся. Давайте чай пить. Мне нужны факты. Факты. И факты. Сводка. Но ведь затишье, Вальдемар Янович. Чепуха, майор Зотик. Где материал разведчика? Суздалев не вернулся. Опять Суздалев? Материала разведчика нет, не вернулся Суздалев. Отдел юмора печатает какие-то дурацкие анекдоты, не вернулся Суздалев. Может, все пойдем на передовую, а газету будет делать один Суздалев? Потише там. Слушаю. Привет. Тихо! Послать человека? Кого? Суздалева. Суздалев на задании. А мы майора Сотника пошлем. Ему полезно будет проветриться. Есть. Вот факты. Батальон Бородина в бою местного значения поджег 6 немецких танков. Есть. Ну что, 6 это им, возможно, показалось, но 3, наверное. Поезжайте немедленно. Слушаюсь. Товарищ полковник, позвольте. Ступайте. И закройте мне ее. Вот, тебе желаю. Вальдемар Янович, вы случайно не знаете, кто такой Лаврентьев? Не знаю. Понятно. Ну,
Куда одевалась опять эта линейка? Она в отделе юмора. Спасибо. Здравия желаю, товарищи редакторы. Меркому связи, пламенный литературный привет. А я вас еле нашел на новом месте. Меркуша, давай сюда. Много. Спокойно, спокойно, товарищи. Сейчас разберемся. Нет, прошу. Так, одну минуточку. Так, Киселев, пожалуйста. Майор Сотник. Вы еще не уехали? Пожалуйста. Так, ефрейтор Фомичева. Мне есть? Так. Мне что-нибудь есть? В редакцию. Одну минуточку, сейчас поищем. В редакцию, в редакцию, в редакцию газеты вперед. Так, очень хорошо. Пишите погреться. Пучку. Так, одну минуточку, давай. Прошу, прошу вас. А вы что, новенькая? Вольнонаемная? Я просто живу здесь. А вы не хотите чая? Да нет, спасибо, вот, бежать теперь, пожалуйста, надо. Склапин, получите. Посмотрите, как нет, следует. Сейчас посмотрю. Так, Коновалов, он в госпитале. Помер. Так, Суздалеву, 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 караул, еще Суздалеву. Ох, я пишу этому капитану Суздалеву. Ну что же, отложим в сторонку до его приезда. Везет человеку. Посмотрите, как следует. Вам нет. Прошу. Прошу. Так, ну и это в редакцию. А вы что ж, письма не ждете? Да нет. Я жду, конечно. Все, товарищи, все. Братцы, братцы, это колоссально. Очередное послание. Автор, как всегда, пожелал остаться неизвестным. Новый стих. Ужасная мина мне стукнет в коленку. Куда? В коленку. И кровью горючей уж я и зайду. Но знаете же, фрицы, что хоть и калека, я все-таки в ваши берлины приду. Мина в коленку. Смешно, правда? По-моему, совсем не смешно. И не в коленку там, а в колено. Так вы утверждаете, что ваша фамилия не Готлиб? Нет. А может быть, все-таки Готлиб? Ивашова! Это вы, Ивашова? Да. У вас к телефону, срочно. Из облисполкома товарищ Лаврентьев. Хорошо. Усвоила. Ага. Встретить у моста. Полуторка номер 4262. Записка у шофера. Хорошо. До свидания, товарищ Лаврентьев. Наконец за сейфом приедут. Подождите. Я хотел бы задать вам один нескромный вопрос. Что вы едите? Я? Ну как что? Ну вот то, что и все едят. Это неправда. Все получают военное удовольствие. Карточки у вас есть? Карточек нет, но я... Ступайте. И попросите ко мне капитана Зубарева. Не надо, товарищ полковой комиссар. Пожалуйста. Ну, хорошо. Идите. Не спится, Дон Максим. Ну, не спится, голубчик. Метель. Настоящая рождественская метель. Вы верите в Бога, Светлана? Нет. А я бы хотела верить иногда.
Ну, кому, кроме Бога, могу я молиться, чтобы мой муж, сын там, в Ленинграде, остались живы? Не молиться же верховному командованию. У него и без меня забот достаточно. А у Бога? А у Бога других забот нет. Дона Максимовна, я вот все хотела вас спросить. Если человек был геологом, то кем он может быть на фронте? Трудно сказать. Сапером, наверное. А это опасно быть на фронте сапером? На фронте быть вообще опасно. Ну, хватит, Светик, хватит. И сейчас. Хватит, наконец. Все, Дуня Максимовна. Все. Фух. На сегодня все. Вот и Новый год скоро. Прошлый Новый год мы встречали с мужем в Парголово у друзей. И было очень весело. Очень. Хотите? А я никогда не встречала Новый год. Да ну, правда? Нет, правда, правда. В компании никогда. У меня мама больная, а бабушка старенькая. А папа всегда дежурил за кого-нибудь в больнице. Очень я подружкам завидовала. Не столько разговоров. Кто куда приглашен, кому платье новое шили. Кто очередь парикмахерской занял на какой день. Смешная была жизнь до войны. Всякой была жизнь. Последний заход пошел. Я уж ихнюю палатку, как отче наш, изучил. А вы кто? Кто? Самый главный военный человек. Рядовой, чуешь? Пехота? Пехота. Сапер. Вы тоже сапер? Тоже. А еще кто? Да, один мой знакомый, Корнеев Фигарь. Я точно не знаю, но думаю, что он сапер. Пишет? Нет, не пишет. Ты не тревожься, напишет. Как звать твоего? Корнеев Игорь. Корнеев? Да. Рыжий? Нет, он брюнет. Правильно, правильно, чернявый. Молодой? Да. Игорем звать, верно? Игорем, Игорем. Ну, знаю я его, знаю, слыхал. Толковый парень. Нет, вы правда знаете, да? Скажите, скажите, где он, ну скажите. Хоронись! Скажите, где же он? Скажите, пожалуйста. Ну, скажи. Thank you.
Ну, встретили машину товарища Лаврентьева. Не удивляйтесь, я все про вас знаю. Вас зовут Светлана, верно? А моя фамилия Суздалев. Не сердитесь, что я самовольно, так сказать, занял этот населенный пункт. Я подергал, подергал замок. Вы не курите? А он возьми да отскочи. Не сердитесь? Ну вот и отлично. А как дела с машиной товарища Лаврентьева? Я ее ждала, ждала. Она не приехала. Наверное, в бомбежку попала. Бывает. Примите за постой. О-о-о! Дед Мороз. Пойду устраивать детскую елку с раздачей подарков. Приходите, Снегурочка. Дина, держи Лапина. Что? Как же? Умеешь читать? Ну. Мартель. Громче. Мартель. Мартель. Настоящий? Настоящий. Где достал? В военторге. Славно врешь. Ну, спроси у военторговской клавочки. Это секретный фонд для поощрения особо выдающихся личностей. Славно третьего дня там был, врешь. Не, он не понимает. Я же говорю, для поощрения особо выдающихся личностей. Шоколад тоже из военторга? Из военторга. Да. И что, это тоже из военторга, да, духи? Духи тоже из военторга. Вы страшный лгун, капитан Суздалев. Все, братцы, все. У меня тоже есть сообщенница. Есть такое решение. Устроить для сотрудников редакции товарищеский ужин и встречу Нового года. Ура! Одну минуточку. Прошу подойти, получить билеты и расписаться в ведомости на довольствие. Прошу. Товарищи, получите билеты, пожалуйста. Ефрейтор Фомичева, пожалуйста, вот карандаш получите. Спасибо. Вот здесь, вот Товарищ Петров. Да? С ребенком без очереди. Благодарю. А мою-то фамилию переврали, швабрина. Всю редакцию вперед, гости ждем на Новый год. Автору. Нет, товарищ, Светик, получите билет. На встречу Нового года. Иди, иди, распишись, Ван. Одну минуточку. Я товарища вашего русским языком объяснил. Вечер только для сотрудников редакции. Извините. Спасибо. Стыдно, Зубарев? Ах, как стыдно. А я повторяю еще раз. Вечер только для сотрудников редакции. Каждый вносит часть своего довольствия, так что всякие там посторонние. Посторонние? Да? А когда она ваши исподние стирала, она не была посторонней. Вы на ее руки посмотрите, посторонние. Но если дело в довольствии, я внесу за нее. Пожалуйста, не беспокойтесь. Скажите, Зубарев, а я могу привести на этот бал свою даму? Ну, например, Клавочку военторговскую. Вы-то любимец публики. Вам, как всегда, разрешается все. Вы удивительно любезны, капитан Зубарев, благодарю. Кто там? Ну, кто там еще? Я сейчас уйду. Я только хотела поблагодарить вас за приглашение. Ну и прекрасно. Мы рады, что вы рады. Привет. Вы
Вы извините, но я не приду. Ну, это уж дело ваше. Чёртова и кратко и подевалась. Давайте я вам напечатаю. Я папе все доклады печатала. Ну что ж, давайте попробуем. Я готова. В сумерках над полоской ничьей земли вспыхнул зеленоватый свет ракеты. Ничья земля. Нет, запятая. Неправда, запятая. Это наша земля, товарищ. Это наша с тобою родная земля. Внимание! Курите на здоровье, Вальдемар Ганыч. Славочка, Славочка, ну для меня, спасибо, пожалуйста, персональную. Что, Ксения? Да? Капитан, а вы брызги шампанского можете? Я все могу. Ой, ли капитан. Ну и правильно, нам сапожка способнее. Солдатское дело, такая работа. Жанна д'Арк. Ой. Добрый вечер. Здравствуйте. Простите, я сейчас. Что такое? Аркаша, не грусти. Да нет, это не по-товарищески. А ты убей его на дуэли. Нет, ну я же серьезно. Я же Ксению Шарову пригласил. Так что же вы мне всю дорогу переходите? А надо изживать мелкособственнические инстинкты. Ты так думаешь? Ну что ж ты туфельки не одела? Ведь танцевать же было бы лучше. Я с вами, капитан, танцевать не намерен. Вот как? Ну хорошо. Товарищи! Товарищи, прошу всех к столу! Получили отставку, капитан. Ну ничего, придется вас подменить. Тем более, что моя дама, судя по всему. Ого! Кто это, Зубарев? Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана Андреевна. Пожалуйте сюда. Окажите мне честь. Пожалуйста, Светлана Андреевна. Нет, пожалуйста, проходите сюда. Нет, 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 со мной. Пожалуйста. Не возражаете, я надеюсь? Вы тоже здесь, да? Прошу вас. Ну что же, красненького или беленького? Ну ладно, беленькое потом. Так. Так. Колбаски, пожалуйста. А что ж вы не садитесь, капитан? Идите сюда, капитан. Вячеслав Павлович. Там, там, капитан. Берите, по тарелке. Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. У микрофона председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищ Михаил Иванович Калинин.
Дорогие мои друзья, выпьем за Москву, за победу и за всех наших близких. Вот мы сидим с вами за этим красивым столом. Можно подумать, что никакой войны нет. Но мы-то знаем, что она здесь. Она совсем близко, она рядом. И не только на земле, на воде и в небе. Она еще и в сердце каждого из нас. И, может быть, важнее всего, чтобы в день, когда мы победим, не осталось в наших сердцах ни единой капли яда войны. Ни единой капли. Вот как не останется ни капли в этом бокале. С Новым годом, товарищи! Играй, подгони. Я плохо играю. Играй, играй. Простите, простите, капитан, мы только временно прервали наш танец. Дело в том, капитан, что я пригласил Светлану Андреевну еще в прошлом, в 41-м году. Из кромешного ада, крови, грязи, смерти. И вдруг ты, и вот в этом спятившем с ума мире мы с тобой вдвоем. Ты и я сейчас. Слышишь, вот она, война. А мы ее не боимся, потому что мы вдвоем, ты и я, и нам сейчас хорошо. Кто знает, будет ли такая минута, и встретимся ли мы снова. Ну, скажи, что она тебе хорошо со мной. Нет, нет,
Мне плохо с вами, Вячеслав Павлович. Мне очень плохо. Вот вы сейчас говорили, а в словах ваших было предательство. Но ведь они предназначены другой женщине, и вовсе не мне. И для другой они, наверное, были бы правдой. Но вам казалось, если вы солжете, солгу и я предам. Я очень ждала этого вечера. Я так была вам благодарна. Спокойной ночи. Уходите, капитан! Ухожу. Прощайте. Прощайте. Обернись, бесчувственный. Может быть, человек не вернется, а ты? Дай дрова. Дай дрова. Простите меня, ладно? За что, Вячеслав Павлович? И постарайтесь не очень худо обо мне думать. Спасибо вам за все. Проводи, Светлана Капитановна. А то я возьму и провожу. Пойдемте. Счастливого возвращения! Вам интересно то, что я рассказываю? Интересно. Рассказывайте. Вот так мы и простились с ним. Ну, а осенью Игорь должен был защитить диплом и приехать за мной. И вдруг в конце мая я получила от него письмо, что, в общем, он не может без меня. Что я должна приехать и остаться с ним навсегда. Вот я и приехала. Из Владивостока. Угу. Ну, вам пора. Возьмите на память. Ой, спасибо. Может пригодиться. Не забывайте. Простите меня, Вячеслав Павлович. За что? Ну что вы? Простите. Прощайте. До свидания. Прощайте. Все уже уехали, я вас жду. Собирайтесь живее. Куда? Как куда? С нами? Нет, Юрий Петрович, я никуда не поеду. Я не могу. Ну, то есть, как это не могу? Вы поезжайте, Юрий Петрович. А вы? А я здесь останусь. Ну, тогда вот что. Возьмите. Ну, что вы? Берите, берите. Спасибо. Передавайте привет всем-всем. Может, все-таки поедете? Нет. Ну, не поминайте лихом. В операционную! Быстро! Отъезжай! Отъезжай! Следующая машина. Сюда! Сюда! Где пойдем?
Петровича. Следующий, давайте. Скорее, скорее. Опять на новеньких любовалась. Все своего ждешь. Я не жду, конечно. Но ведь может же так случиться. Может быть, может быть. А может, он и не на нашем фронте даже. Давай посмотри. Ой, девочки, девочки. Какого сегодня лейтенанта доставили? Бровки темные, глазки карие, есть такой аккуратный. Я ему уже подморгнула. Управляйся, дескать, Сенечка, есть о чем поговорить. Эх, Муська, Муська, из кого ты только уродилась такая развратная. Развратная. Одного живем, Клавочка, ну что тереть-то? Война все спишет. Глупости? И ничего не глупости, правильно она говорит. У нас вон в поселке до войны девчат против парней втрое больше было. Наслушалась я, как старшие мои сестры по ночам в подушке ревут. А мы с войны придем, нам кто достанется? Подумала ты об этом? А счастье оно каждый хочется. Счастье каждый вынь да положь. Как же можно без любви, Тонь? Это почему же без любви? Ты люби. Любовь такая, глупость большая, лишает разума, тра-ра-ра-ра, любовь. Это кого тут здесь любовь лишает разума? Огородская. Завтра утром первым подготовьте к операции Трошкина. Хорошо. Опять за спиртом приходила? Не твое дело. Красивая она. Красивая-то красивая, да кому с этой красоты радость? Чучело! И письма приходят каждый день, она их не распечатанные в корзину бросает. А письма знаешь откуда? Откуда? Из Алматы. Да? Там, небось, и затемнения нет. Мамаш, 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 и как утро, мамаш? Светает. Утро. Вот, спасибо. Хорошо. Утром тушь я не помру. Все равно не попадешь, все равно! Улетай, косой! Улетай!
улетел. Братцы, скажи, пожалуйста, улетел? Испугался. Точно. Мамаша. 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 Светочка, миленькая, выручай. Женька Фатеева заболела. Помоги. Мой Сенечка. У него осколок где-то возле сердца. Следите за пульсом. Все время. Скальпель. Как пульс? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Кохер. Десять, одиннадцать, Кохер. Тринадцать, ну? Четырнадцать. Кохер, я сказала! Кохер, кетгу, пинцет, дешам, тупфер. Кохер. Раз, два, три, тупфер. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кохер. Тупфер. Пинцет. Начинка. Швы на кожу. Вот ерунда. Никогда со мной такого не было. Готовьте следующего. Готовьте следующего. Следующего. Следующий. 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 Вы что ж так и не ложились еще? А, 5 минут назад последнюю операцию кончили. А что ж вы спать не идете? Сил нет. Вот постоим, подышим.
Какое-то утро сегодня странное. Тревожное. Будто случилось что-то. Слышите? Слышите? Что? Капает. Правда, капает. Где? А это не в перевязочной? Идите сюда! Осколок в березу попал! Так вот что случилось. Ничего особенного. Просто весна. И штаб арма, срочная эвакуация. Отступаем. Ну что ж, пошли собираться. Идемте, товарищи. И откуда у него сила такая? Все прет и прет. Нюшин и вправду всех сильнее, а? Пошли, Светка. Пусть тянет связь к хозяину, быстро! Есть. И вот эту дамочку пусть прихватит с собой! Куда прихватит? К маме! Макаев! Скажи, пускай стягивают людей в дом, будем занимать оборону! Значит, вы здесь останетесь? Да, кажется, мы здесь останемся. Ну, тогда я здесь останусь. Нет уж, вы уйдете. Нет, я останусь, вот у меня здесь имущество. Отдайте мой пистолет. Слушайте, идите вы... Никуда я не пойду, товарищ старший лейтенант. Я здесь живу. Это мой дом, кроме всего прочего. Товарищ ротный! Так не убить мужа. Там репьев ждет. В эту дамочку, что ли? Эту. Гаркуша. Гаркуша, миленький. Что такое, Гаркуша? Так это же знакомая моя. Здесь газета «Вперед» стояла. Она в ней работала. Ивашова фамилия. Я еще и в госпитале работала здесь. Пошли, товарищ Ивашова. Ну вот, ну вот. А репьё-то? Запомни, Гаркуша, пистолет, труба. Возьмите вашу игрушку. Но я попрошу учесть, что здесь передний край, самый передний, а не редакция. Не редакция. Так что, чтобы мне без всякого такого, этого. Понятно? О чем вы, товарищ старший лейтенант? Дисциплинка, товарищ Ивашова, война дело мужского. Старшина, НП будет здесь. Хидраргирум. Понял? Хидраргирум. Он. Да точно. Сейчас как-то гидрарним. Ну давай, копну его. Угу. Вы только не повредите его. Там, наверное, деньги. Деньги? Эх, в деревню бы их отправить мамане, ей бы на аппаратик-то хватило бы. На какой аппаратик? Самогонный. Гнала б себе старушка первачок и горе б не знала. А то на фронте-то какие заработки. Налево не постреляешь. Ребят, тут у вас такая бутылка большая. Не видели, а? Большая? Ага. А, вот она. Да разве же это большая? Это же... Но это же Сулейма. Так...
Он. Ну. А почему он свое дело не исполняет? Так ведь не пройти. Не пройти, не пройти. А я без супа воевать не согласный. Разговорчики. Не ломай рая. Так, правильно, ребят, правильно. Как след закладывать, чтобы не поцарапать. Ну, чё разложился? Чё разложился? Красота, Макаев, а? Да. И главное, все в точности. И хатка, и калиточка, и маки. Гляжу, Мамакаев, и будто я дома. Таких маков не бывает. Так это ж искусство, Мамакаев. А искусство... Шестерина. Видите же, красавец строили. Уйдите отсюда! Уйдите! Приготовились. По местам! Мамакаев, следите за дорогой! Без команды не стрелять! Что это он не начинает? Ахтунг! Ахтунг! Слушай! Слушай! Развлекаются. По фашистским гадам! На сегодняшний день в наличии 17 человек и... Я Светлана. Я Светлана. Ваня Макаров, видать, тоже не прошел. Да. Шестые сутки мы тут. Как с удовольствием. Последние сухари догрызаем. А боезапас? Как стрелять, дня на три. Ну что ж, стало быть, дня три еще повоюем. А потом? Взрывчатка есть? Имеется.
а дом отстроят. Что, старшина струсил? Нет, товарищ ротный. Но, может, я думал... Струсил. Товарищ старший лейтенант, вы пошлите меня связной, а я пройду. Правда? Правда-правда пройду. Хотите? Там Фрид заправляется, гад. Лучше нам с Горкушей. Бери, бери. Эх, слова хорошие есть, мотив бы подобрать. Пишет ротный писарь бумагу, подпишет ту бумагу комбат. Иван, я медведь поймал. Ну кто ж его суды? А он меня не пужает. Мне не нравится ваша сказка. Да? Мы-то радовались. Думаем, здорово о нас, фрицы, споткнулись. А выходит, от всего нашего здоровья один аппендицит остался. Разговорчик. Да ладно тебе. Кто это с ним? Газет мы давно не читали. Это точно. И потом нервы тоже того. А вот от нервов? Исключительно рыбий жир помогает. Мыльников! Эй, Мыльников! Чего? Пляши, солдат! Валя Галя тебе письмо отписала. Да будем врать-то. В чем дело, Горкуша? Что за письма? Да с почты, которые не доставлены. С мирного времени еще. А ну-ка, почитаем, Горкуша. А ну, подождите, подождите, Горкуша. Стойте, ребят, подождите. Ну-ка. Ну, вообще-то читать чужие письма... Авось простят. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант. Ладно. Подходи по одному! Пишет Мыльникову Галя, дорогая его краля. А мама Хайл, друг Хазби, из Беслана получи. Давай. Оса! Артист! Ну, прям артист. Горкуша! Подожди, Горкуша. Так я на стёрку порву. Тихо, Горкуша. Оп! А вот письмо для старшины. А громадной ширины. А мне бы денежный перевод? Пожалуйста, на 100 тысяч перевод с получением через год. Извещение на продуктовую посылку. Пожалуйста. Таня. Да письма Горбуш достал. Ну и задачку мне задали. Продавать козу или не продавать. Даже не знаю, что ответить. А вот мне пишут, что внучка моя, Анюта, двоих родила. Мальчика и девочку. Мальчика в мою честь Игнашей хотят назвать. А у нас на шахте всех примировали. Меня лично путевкой в Ялту. Я был в Ялте. В Ялте хорошо. А я вчера вешался. Чего? Просто не знаю, что делать. Снова поправился на полкило.
Нет, ты что мне дал, а? Я тебя спрашиваю, что ты за письмо мне подсунул, а? Ну что там? Что-что? Всем людям письма как письма, а мне? Уважаемый коллега. Кто-кто? Коллега. Вы слишком снисходительны к Дженкинсу, полагая, что его концепция ошибочна только в вопросе об эволюции родовой миграции. Давай другое. Женюсь. Ну, женюсь на нечестное слово, братцы. А, заткнись, глупец. Вы только послушайте, что она мне пишет. Любимый мой, единственный, по ночам, когда нет сна, я лежу и думаю о тебе. Помнишь у Лермонтова? За все тебя благодарю я. Вот я за все тебя благодарю. И за то, что ты живешь на земле. И за то, что ты меня полюбил. И за то, что я тебя полюбила. И за нашу встречу. И за нашу разлуку. За что, за что? За нашу разлуку. Читай, санинструктор. Читай им, пусть все они слышат, как она меня любит. Читай, читай. Читайте. Скоро я приеду к тебе. Это будет в 9 вечера. Я выучила наизусть расписание. Ты не встречай меня. Я хочу сама найти твой дом. Я выйду с вокзальной площади на Малую Садовую. Остановлюсь на минутку возле ЗАГСа. И нарочно буду долго и громко смеяться. А потом через мост по линии автобуса до поселка УПЗ Слободской улицы и твоего дома. А потом я подойду к твоей двери. Позвоню, как ты учил меня. 3 коротких звонка и 1 длинный. 3 коротких, длинный. И войду и скажу. Здравствуй, мой любимый, мой единственный. Я приехала к тебе, я с тобой. Нам теперь не страшна никакая беда. А ты читай, сестричка, я зря. Здесь больше ничего нет. Неправда, я читаю. Читай. Ты не тревожься, любимый. Я дождусь тебя. Сколько бы ни длилась разлука, я знаю, ты придешь. Придешь и позвонишь. 3 коротких звонка и 1 длинный. Я открою дверь, обниму тебя и скажу. Вот видишь, я здесь. Я приехала к тебе навсегда. Командиру дивизии генералу Дедько в собственные руки. А это пусть сообщат родным. Ну, прощайте, Светлана. Нет, до свидания, товарищ старший лейтенант. Нет, прощайте. И запомни, если ты пройдешь... Я пройду. Если ты пройдешь, назад не возвращайся. Оставайся у Дедько. Это приказ, понятно? Понятно. Вы не пугайтесь. Мы сейчас немного пошумим, чтобы фрица отвлечь. Ну, прощай еще раз. Иди. До свидания. Пусть она пройдет. Костя, пусть она пройдет. Ну, пошли. Куда? Пропадешь? Я сейчас.
Ну что же она там? Ты уж смотри, осторожно. Пошли. Ну, пора. Давай. Пошли. Ложись! Нету, Горгуша, лента-то. Витька! На петро! Отойди от меня, убью тебя! Да я не виноват, я ее до траншеи довел, как рот не велел. Но она пошла, а там как жахнет. Жахнет? На дорогу одни воронки остались. За нашу дачку стал под лицо выложу! Тысячу под лицо выложу! Товарищ ротный, на сегодняшний день в составе роты имеется в наличии 9 человек. Не называй ты меня ротным. Какой я к черту твоей бабушке ротный? Закури, ротный. Солдаты, вы сделали все, что могли. Я благодарю вас. Сегодня ночью вы попытаетесь прорваться к своим. Перед уходом заминируйте дом, концы дадите сюда. Все ясно? Нет, не ясно. А как же вы? Со мной не пройдете. Я остаюсь здесь. Это приказ. Понятно? Нет. Здесь остаетесь не только вы. Здесь остались Репьев, Ваня Макаров, старшина Гречко, санинструктор Светлана Ивашова и еще 22 человека. Им и приказывать. У нас с ними одна дорога, одна война. Товарищ старший лейтенант, санинструктор Ивашова явилась. Коммунисты, говорит, есть среди вас? Я соврала. Я сказала, все коммунисты. Ничего ты не соврала. Здесь теперь все коммунисты. А я? Все. Ивашова. Санинструктор Ивашова, почему вы нарушили приказ? Мне велел генерал Дедько. Как так? Но
Но это вы ему написали, что я здешняя. Он сказал, Иваша, выйдите домой. Не буду же я ему все объяснять. Вот я пришла домой, Владимир Петрович. Анна Казбек принесла. Вы немедленно пойдете обратно. Утро уже. С вами пойдет Мамакаев. Наталья Шутна. Ваша задача как можно подальше уйти от дома и дождаться ночи. Исполняйте. Я старшу. Готовьтесь к бою, друзья. Можно мне хотя бы помыться? Тоже. Можно. Даю вам 20 минут. Все, готово. Ивашова, побыстрее, пожалуйста. Я сейчас. Уходите, Ивашова. Уходит поход солдат, не плачьте над моей похороной. Побыстрее, Ивашова. Уходит поход солдат. Скорее, скорее, уходите. По местам. Сегодняшний день из личного состава роты здесь навсегда остались 27 человек. Не забывайте наших могил. Не забывайте их ни в горе, ни в радости. Счастливый вам путь.
еще какие родственники у него есть? Не знаю, девчонки, ничего не знаю. Я люблю его жутко, и все. Любишь такого, да еще старого, да еще с детьми. Врешь ты все. Врешь ты все. Какого такого? Ну что, он не человек, что ли? И вовсе он не старый. Вовсе он не старый, он в годах. И дети у него маленькие, такие две девчонки. Им за место матери покойницы будут. Девочки, глядите-ка. Светланка-то ждала-ждала своего. И дождалась все-таки. Светлана, он по-прежнему единственный. Незаменимый. Разве есть заменимый? Вот, вот на войне один падает, а другой занимает его место. Занимает место, а не заменяет его. Ну, разве могут быть еще у кого-нибудь такие же глаза, такие же руки, такой голос? Светлана, если он жив? Он жив. Жив. А где он? Вы знаете, где он? Знаю. Где? Там, на войне. Такого всю жизнь ждать будешь. И не дождешься. Вот что надо сделать, Светлана. Я... Что? Я просто очень рад, что вы здесь. Я теперь знаю, где вас искать. Я рад, что вы всегда будете здесь. Чего же они даже не поцелуются? Да не он это. Все в порядке? Угу. Кайгородская, Лихачева я завтра отправляю. Вы можете ехать с ним. Разрешение получено. Я гуляла по мосту кирпичному, морганула одному парню симпатичному. Толопились у ЗАГСа трамваи, там опышная свадьба была. Была. Че-то больно долго. Бреют. Кого? Лихачева. Не муську же. Идут. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю, Марья Григорьевна. Спасибо. Сапер. Обычное ранение. Ну, с Богом. Трудно им будет. А все-таки она счастливая. Счастливая. Товарищи раненые и товарищи медперсонал. Особо товарищ главврач и товарищ комиссар. От имени гвардии сержанта Лихачева Андрея Антоновича, сапера, героя войны, выражаю вам благодарность. Желаем вам всем победы, а также вольнонаемной Ивашовой Светлане. Большое спасибо. Вы что, Наталья Михайловна, забыли, где находитесь? Наталья Михайловна, вам письмо. Положите на стол. От мужа. С фронта.
Бабы, они сил нашим брату придают. Факт. Все беды-то от баб. Ты историю почитай. Баб с воздуха были легче. Ишь ты, громотей. А, к примеру, за что ты воюешь? За что вот кровь свою пролил? А что, из-за баб, что ли? А за что? О чем ты? Ладно, ну читай дальше. Дождалась она своего Игоря-то. Да, да. По статье, глядя, не дождалась. Где? Ага, вот. Пусть стоит она всегда где-нибудь на краю дороги, на одном из тысяч перекрестков. Пусть стоит одинокая женская фигура, памятник нашим женам, матерям и невестам. Пусть она просто стоит и смотрит на дорогу, скрестив на груди изябшие рабочие руки. Пусть она стоит, как стояла в те памятные дни. Она заслужила это скорбное право. И где бы ты ни был, Игорь, знай, она в твоем доме. В вашем доме. Она ждет. Отзовись. Капитан Суздалев. Вчера наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, освободили от немецко-фашистских захватчиков районные центры Масловку, Воробеево, Кыш и еще 120 населенных пунктов. Наступление продолжается! Здравствуйте, Светлана Андреевна. Вы совсем не изменились? Ну что вы? Нет, не изменились. Только глаза стали еще добрее. Да вот, ваш жених нашелся? Нет. Вы читали? Читала. А где Зиночка? Где Доля Максимовна? Лапин, Зубарев? Где все? Они с вами? Я уезжал в штаб-арм. Был налет. Их нет, Светлана. Всех, кроме тех, кто был на задании. Суздалева, Киселева. А я пил чай в штаб-арме. Нет. На войне смерть почему-то щадит стариков. Доле Максимовне пришло письмо от сына и мужа. Только поздно. Нет. Не плачьте, Светлана. Товарищ полковник, движение можно продолжать. Хорошо. По машинам! До свидания, Светлана. Как ты меня напугала. Здравствуйте, товарищ Лаврентьев. Это что, правда? Ты? Ивашова? Да. А как ты здесь очутилась? Я все время была здесь. Вы не сердитесь. Это его бойцы передвинули, а он целый. Его только пули поцарапали. Нет, ты соображаешь, что ты говоришь? А ну, дерни меня за палец. Живая.
почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Нет, ты мне скажи, кто тебя обидел? Скажи мне, кто тебя обидел? Вот она, война. На сегодняшний день в составе роты имеется в наличии 9 человек. Ты не тревожься, напишет. У него осколок возле сердца. А я пил чай в штабарбе. Это кого здесь любовь лишает разума? А где он? Вы знаете, где он? На фронте быть вообще опасно.